Есть такая замечательная фраза, что марксизм похож на иудаизм, как обезьяна на человека. Что он все в точности берет, только вместо избранного народа будет избранный класс, вместо прихода Машиаха будет коммунизм. Ну вот просто, но такая же совершенно схема. Вот. Но обезьяна тоже похожа, тоже две руки, две ноги, прыгает, в общем, похоже. И внешне, так сказать, соответствует. Вот. На ногах ходит. Вот. Но совсем другое.